Ну а перед началом ролика хотел бы тебе рассказать про важную информацию. На канале редко, но метко проходят конкурсы на робуксы. Если ты хочешь поучаствовать в этом конкурсе, нажми на кнопку подписаться и жми на колокол, чтобы быть в курсе, когда они проходят. Ну а мы начинаем. И всем привет, и с тобой Клантайка. Если что, играем в Roblox игрушку под названием Симулятор газонокосильщика. Игра прикольно преобразилась. Ты офигеешь просто сейчас от этого нового обновления. Я реально, я не знаю, я сорвался, я задонатил тут кучу всего. Первое и самое главное. Я купил себе бесконечный рюкзак. Но ты сейчас успеешь увидеть. Со мной, кстати, куча подписчиков. Я, кстати, эту думал штуку. Вот эту. Я думал, это не Roblox игра, а это... Я думал, это пет-симулятор придумал, а нифига, это Roblox сделал. Ладно, это я, если что, извинюсь потом перед вами, но если... Ну, я просто думал, это реально это обновил в пет-симуляторе. В общем, игра реально прикольная и офигительная. Добавили кучу всего. Я стал реально пчеловодом в этой игре. И, как ты помнишь, в прошлый раз я купил всего лишь двух дополнительных петов в этой игре. В этот раз я купил за 500 или 450 робоксов новый слот себе. Точнее, бесконечный рюкзак. Бесконечный рюкзак. Только вкинься. Бесконечный рюкзак купил себе. Второе. Я не мог найти, как добавить себе петов. У меня было всего 30 петов. И они заполнялись мега быстро, что просто жесть какая. Я нашел потом через саму игру, там можно купить, короче, было плюс 50 этих слотов. Это офигительно. Итак, первое нововведение, вот такой гриб, который я не знаю, зачем добавили. Второе нововведение в игре, это добавили левел у наших петов. Третье нововведение, нам добавили новую локу, в которой ты... можешь прокачивать, точнее, эволюционировать своих петов. И мы сейчас это с тобой увидим. В-четвертых, из-за левела нам сделали такую штуку, что теперь очень много все собирают. Плюс еще Блин. Что делать-то? Ненавижу колесик в этой игре. Не только в этой игре. Во, все. Ну, пожалуйста. Нет. Давай сделаем ресет. Сейчас помрем, наверное. У нас эта фигня и уберется. Надеюсь, что уберется, а может быть и нет. Может быть, придется Господи. Тут shift-lock работает. Все, я понял. Если, короче, у меня такая штука будет, я буду через shift-lock заходить. В общем, рассказываю тебе. Зашли мы в эту локацию. Это очень долго я тебе буду рассказывать про все это обновление. Надеюсь, ты уже, в принципе, вкратце понимаешь. Короче, я вот что заметил, нам переделали цветочек, может быть, конечно, у цветочка, если ты помнишь, только растение могло, только цветочки он мог собирать, теперь он не только может цветочки собирать, плюс еще много-много-много всякого бонуса. Вот, но это из того, чего я заметил. Дальше нам сделали вот такой кристалл кристальный алтарь, вот. Нам сделали вот такой вот алтарь, типа храма. И мы можем тут эволюционировать. Нам нужно 5 одинаковых петов. Эволюции сколько можно делать, не знаю. Я только... Вот 4 сделает? Нет, он не сделает 4, это зря. Я вообще пихнул его сюда. Так, что у нас еще? 4, блин, больше не могу делать. Сейчас, короче, тебе все напоказываю. Вот. Почему я делаю вот этих вот маленьких? Во-первых, чтобы тебе показать. Во-вторых, потому что я пчеловод. Ну, в-третьих, кстати, нужно купить себе еще одного слот питомца. Зачем, я тебе объясню. Потому что у меня опять не хватает. 7 пчелок у меня уже. Короче, чем больше... Рассказываю потихонечку. Вылезаем отсюда. Реберт мы сделаем перед финалом уже, но тебе еще расскажу. Короче, как качать левел у наших питомцев. Точнее, у наших пчелок. Я буду теперь так говорить, потому что я все-таки хочу сделать тут все-таки себя пчеловодом. И, в общем, левел качается за подбор вот этих вот цветочков. Ты понял? Понял. Цветочки подбираешь, левел качается. Где у нас? Левел 18. Смотри, цветочки подобрали. 20. Почему мы сразу дофига левелов получаем у вот этой вот последней пчелки? Не из-за того, что у нас куча тут питомцев, а из-за того, что мы один цветочек мы собираем как, наверное, 70 их. Да? Помнишь, в прошлый раз мы собирали 4 всего цветочка за каждое поднятие. То есть, x4 у нас всего было. А сейчас x70. Ты понимаешь? Мы 70 цветочков собираем за раз. Вот. Поэтому я еще один слот купил, чтобы быстрее качать петов, во-первых. Во-вторых, почему, опять же, ставлю сюда эволюционированных, а не ставлю других? Я сейчас тебе покажу.
Я сейчас тебе покажу, я открыл петов. А есть мамы. У меня мамы, кстати, две штуки. Я их тоже ставлю, они потому что красивые, они классные. И на максимальный левел 50-й. И на 50-м левеле у нас всего лишь 8 цветочков мы можем собирать. Все остальное я вообще не смотрю. Вот эти листики, фигистики, мне вообще не интересно. Вот. Реально неинтересно, потом объясню почему. Вот, второе, это у нас появляется вот эти эволюционированные, и они дают 14, ты только глянь, 14. Да, вот сейчас он дает уже 9 больше, чем это. 26 левел он дает нам больше, чем мамка, да? Понимаешь это? Но когда мы ее эволюционируем, маму, она будет круче, чем этот. Но этих мы быстрее эволюционируем. Ну, короче, вот такая вот штуковина. Теперь, благодаря тому, что цветочки мы собираем очень-очень быстро, точнее, ну да, очень быстро, офигительно это, мы можем чаще открывать ящички. Ну, ты понимаешь, да? Приятно, да? Синенького, хорошо, мы еще сможем эволюционировать. Красненького тоже неплохо. Кстати, у меня уже две красных, да? Две красных малыша. Это круто, на самом деле. А мне понравилось, что в каждой локе новая своя музыка. Это, опять же, тоже приятно. Я всегда говорил, когда в игре есть хорошая музыка, приятная, как, например, в симуляторе даже пчеловода, даже если брать ту игру, то офигительно. Плюс, что тут есть замечательная лока в виде пчелок. Это тоже классно. Также, а так, что тут еще добавили? Нам что-то еще классное добавили. Нам что-то еще классное добавили. Я не могу вспомнить чего. А! Что я еще понял, что еще осознал? Оказывается, помнишь, я выбил вот такого вот ангела. Кстати, выбил еще и второго ангела. Вот. А он, кстати, тоже они по 8 дают, поэтому очень мало. Но много, зато и листиков дают, и денег нам дают много, но это мне не нужно, я же говорю. Я купил-то рюкзак из-за того, что он меня напрягал. Просто реально напрягал. Но я выбил другого себе ангела слайма. То есть это тоже ангел. Хотя нет, это ангел, а это курсат слайм. Не понял, но он тоже с крыльями. Я так понял, что у каждого противоречия, то есть есть зеленый с крыльями, я думаю, синий есть с крыльями. Каждый есть с крыльями. Я так думаю, но не уверен это. Ладно, мы будем делать сейчас, когда перерождение, я посмотрю вот этот курсат. Может быть, ангел реально топ. Но по цвету они все одинаковые. То есть каждая линейка по цвету одинаковая. А, нам добавили цвета. Цвета у каждого. У обычных питомцев белые, у легендарок фиолетовые. А вот у заперерождалок, по-моему, красные. Ну, сейчас возьмем одну, и я тебе это продемонстрирую. Во, словечко-то надо было еще и высказать. Да, вот такой вот, видишь, красного цвета, левел 47. Хотя я вообще его крылья не вижу. Смотри, я его крылья не вижу. Это другой, наверное, да? Нет, крылатый. Он крылатый должен быть. А он почему без... А он тут! Ты глянь. А, это не тот. Я не того поставил, да? Я поставил какую-то фигню. Я поставил какую-то фигню, а я должен был вот этот. Вот этого поставить. Да, я не того поставил. А этот с крыльями. Да, этот с крыльями. И вот то, что он с крыльями, не с крыльями. Кстати, у него, видишь, у него нет вот этого вот свечения крутого, как у ангела. Может быть, да, все-таки это я что-то уже напутал. Я думаю, так оно и есть. Вот у ангела очень крутое свечение. Смотри, прям там и звездочки, и молнии, и крылья какие, смотри. Ну, там прям вообще топ-притоп. Поэтому я рад, что у меня два уже, кстати, ангела. И ангелы, мне кажется, прям хороши. Да, но они даже послабее ангелов. И вот я думаю, вот ангелов как раз сделаю тоже себе какого-то такого эволюционированного потом эволюцию. Но я их тоже не удаляю. Вот этого единственное, наверное, удалю Фэнсиса. Почему? Потому что он дается нам за VIP и за этим не давался. Как их звать-то? За вступление в группу он мне давался. Так, но мы можем сейчас вот этого синенького собрать, вот этого желтенького еще одного собрать. Это, в принципе, круто. Так, ладно, этого убираем. Желтенького еще одного соберем. Это получается у нас два с тобой желтеньких. И два синеньких. И два красных у нас получается. Нам, ну, я хочу сделать вторую эволюцию. Сколько она будет давать? Либо вторую, или, да, получается, первую эволюцию мамы. Это очень много по времени, но надеюсь, что вот сейчас в рамках ролика я успею насобирать, потому что, на самом деле, собираю все больше и больше. Я потому что хочу сейчас купить еще один слотик. Надеюсь, ты не обижаешься, что Клантека стал донатером. Потому что эта игра, не знаю... Без этого, без максимального рюкзака, честно, жить спокойно можно. То есть, это несущественный донат такой, который прям вот нужен был. И его, в принципе, мог бы без него спокойно справиться. Он не напрягал. Он напрягал лично меня, ну, потому что... Но
Без вот этого доната не справится вообще. Вот без этого 80 плюс 50 слотов не справится, ребят. Ну, можно тут не объяснять. Если вы, конечно, у вас 4 всего пета, может быть, и справится. Да и даже не справитесь, все равно не справитесь. Да, я не покупаю VIP вот эти вот. Почему? Потому что это еще дополнительные питомцы, а я все-таки хотел ради пчелок тут играю. И мне это, в принципе, приятно. Пчелки это круто. Ну вот. Поэтому я сейчас открываю вот этих сейчас пчелок, прокачаю пчелок и буду главный пчеловод в этой игре. Я думаю, это круто будет. Реально круто, причем я с этими пчелками могу тут возиться фиг знает сколько. Почему? Потому что, ты глянь, получается у нас 6 видов пчелок. И шанс на выпадение, по-моему, мамы 5,6%. Ты прикинь, сколько я буду маму выбивать, чтобы мне сделать вторую эволюцию просто одной пчелы мамы. А так еще должны по виду одинаковые быть. То есть это полная пипец. Это реально, я буду играть в эту игру долго. Вот. Помимо этого, я еще хочу сделать перерождение. Причем перерождение теперь делать очень-очень быстро благодаря вот этим вот левелам. И реально очень быстро. Я могу за минут 10, наверное, сделать перерождение. Но это без фермы. С фермой минуты 2 это, блин, реально прям, может быть, даже поменьше. Ну нет, минуты 2, наверное, перерождение делается. Очень все это быстро, очень топово и прикольно. Но плюс еще у нас бесконечный рюкзак. И это еще немножко увеличивает и немножко меньше напрягает игра. Вот, я себе расслабил пипец как. И я вот сейчас еще, смотри, мы, получается, купили один слот, и я куплю еще один слот в рамках ролика. Смотри, мы пока, я с тобой разговаривал, я насобирал уже 5000 цветочков. И уже прокачал на 45-го левела вот эту вот пчелку. Круто? Я считаю, круто. Я считаю, классная игра. Ой, как хорошо! Но у меня первый он такой. Первый такой... А, нет, второй, кстати, красный. У меня желтого еще ни одного нету. Еще ни одного нет желтого. Но это круто. Синий! Две мамы! Две мамы! Это круто! Какой я везучий в этой игре. А синенькие обычные. Но это мне тоже нужны они. Мне они реально нужны. О, красненькие тоже хорошо. Пофигу. Вот этих маленьких мне сейчас больше нужны, чем мамы. Но синего, смотри, у меня синий уже третий синий. Их прокачивать я не буду, мне не нужны они в прокачке, потому что это просто для красоты. Я сейчас даже сейчас вот маму какую-нибудь готов убрать, но поставить сюда второго этого. Ты понял, эволюционировано. Вторую эволюцию. Короче, эволюционировано маленького. Короче, сейчас смотри, что будем делать. Сейчас увидишь, что будем делать. Будет сейчас реально очень круто и классно. Так, перерождение я не буду делать, я тебе говорю, что будем делать его в конце. И вот мне мир вот этот понравился. Я не понял, что это такое, что это за чувачок. Он танцует и поет. Нет, он не поет, я это наврал тебе, он просто танцует. Потому что мало ли ты играешь без звука такой. Чё-то я не слышал, чтобы он пел. Ладно, это я уже что-то сейчас загоняюсь. Так, ладно. Так, не то. Так, сейчас все будет. Так, тут 3, вот, 5. Желтеньких 5. Смотри, что будем делать. Я еще даже сейчас, наверное, слот мне можно не покупать, потому что у меня сейчас стоит две мамы, и я смотри, что буду делать. Кстати, кто-то со мной играет. Я прям смотрел, все играют сейчас в эту игру, молодцы. Ой, как много, я вообще не понимаю, кто тут играет. Там я увидел Коди, но там еще кто-то, по-моему, был. Ой, Алекс, ладно, это тяжело, вообще тяжело все это показывать и рассказывать, кто со мной играет, это не та игра, это не пчеловод, тут презентовать тяжело. У меня 3, оказывается, мамы стоят тут, поэтому мне можно их спокойненько, подожди, эквип, униквип, униквип, и поставить вот эти, эквип. И у нас, смотри, 6 из 7, у нас даже еще не фул, да? Круто. И мы ставим еще одну маму. Ну, это ладно, маму еще одну поставили. И теперь качаемся. Смотри, за одну штучку мы получили 10 левелов. 10 левелов за один цветочек. Ты понимаешь, насколько много мы там собираем цветочков? 845, смотри. 922. Ты глянь. И это еще не прокачано, они сейчас не полтиннички. Это сейчас еще две пчелки у меня нулевые. Двадцатки. Ну ты сейчас увидишь. Сейчас увидишь, сколько мы и как мы будем собирать. Это будет просто бомба. Это реально, это так классно. Это реально игра, в которой я задонатил, а мне приятно играть. Мне стало реально приятнее играть. Я не знаю почему, не знаю как. Это реально не пиар игры.
Это не пиар-доната, ну, действительно, приятнее. Это знаешь как? Это когда я купил в симуляторе пчеловода, я купил медведя. Мне настолько было кайфово играть, я так хотел играть пчеловода именно с медведем. Это так было приятно, потому что у меня там был такой момент, что в пчеловоде, что очень сложно стало играть. Это еще не было обновление, это сейчас там легко, да, там, потому что идет новогодний этот ивент, вот. Но тогда это было очень сложно. Смотри, у меня 37 левела уже. Круто, круто, реально круто. Так, и мы уже накопили с тобой 5 косарей. 5 косарей? Уже? Какой? Блин, 5 косарей, 3 косаря. Я уже что-то сюда посмотрел. Я думал, 5... 4,82 ку, смотри, у меня что-то не увеличивается. Что-то не то, уже не проглядел. Но 3 косаря мы уже с тобой накопили. Буквально, ну тут быстренько очень. Быстренько, главное нам сейчас полтинничек собрать. Нет вот этой общей статы. Я не нашел ту общую стату свою. Вот это было бы прикольно, еще какую-нибудь стату доделать. Но мне кажется, сейчас будет игру допиливать. Допиливать будет игру, поэтому я пока играю, пока вышло обновление. Пока еще какие-нибудь баги не убрали, пока что-то не порезали. Ну, пока играю, пока мне прям вообще... Я говорю, я по кайфу. Сейчас пятерочку соберем, еще 5 петов откроем. И, может быть, еще пойдем эволюционировать. Потому что моя цель, ребят, это все-таки сделать... ну, ты понял, либо вторую эволюцию, либо вторую маму, или первую маму. Но я сейчас, скорее всего, вот сейчас откроем 5 петов. Если фигня выпадает, я все за кадром буду делать, ребят. Скорее всего, буду за кадром собирать, но ты потому что понял уже всю схему, и ты понял радость в этой игре. И ты понял, почему она все-таки, наверное, ты понимаешь, почему она в топе до сих пор, потому что частое обновление, хорошая игра, и, в принципе, она реально затягивает. Действительно, она, не знаю, затянула, классная игра, прикольно. Я все-таки стал пчеловодом в этой игре, это похвально. Так, смотри, у меня выпало хорошее пето. Ну, тут как бы плохих не бывает. Мы же все-таки с пчелами. Так, мы сейчас сделаем одну красную и все. Одну красную, которую я могу заменить на вот эту синюю маму. Наверное, да. И у нас будет 3 уже красных. Хорошо. Бежим. Бежим мы с тобой, получается, смотри куда. Мы сейчас сбегаем. Надо, кстати, максимальную скорость взять. Тут есть максималочка, если что, ребят. Вот, максимально 78. Все, максимальная скорость, потому что скорость это топ. Скорость нам сейчас больше всех нужна. Нам не нужны всякие цветочки, нам нужна скорость. Так, давай. У нас еще 2 штучки есть. Это круто, это очень круто. Смотри, петы. У нас получается 3 уже... Забираем эту. Она как бы... Мамка круче. На самом деле, мамка круче. Левела теряется, поэтому качать мамку смысла нету. Левела теряется каждый раз новый левел. После каждой эволюции. Смотри, 11... Ты видал? 11 левел сразу. С одного кустика 11 левел. Фух. Не 10, а 11, как в прошлый раз. Вот. Это очень круто. Все. Давай, ребят. Давай я с тобой встречусь буквально через секундочку. Как я говорил, в симуляторе пчеловода возле следующего доната, но тут не возле следующего доната. А почему они как-то по-разному? Почему тот светится? Что с ним не так? Подожди. Я не понял. Подожди, я не осознал. Вот это я, походу, не разобрался. У меня сейчас 2 синих. У меня есть Ватерби, которая... А, она еще и клеверная. Она больше нам будет давать? Давай ее до конца апнем. Подожди, давай мы ее до конца апнем. Она больше нам будет давать цветочков или нет? Или это только зависит на эти? Она собирает, да. Ну, ты, мне главное тут то, что он там глючит. Это может быть что-то у меня тут запущено на компе. Так, 45-й. Сейчас. 45-й какой там? 45-й. Я сначала, кстати, не понял. Я когда запустил вообще эту игру, когда вот это обновление, начал собирать цветочки, я не понял. Они у меня вот это вот. Не знаю, как будто дергаются. А они на самом деле левел получали. Вот смотри, они сейчас, когда левел получают, так дергаются. Тук-тук. А когда их все они дергаются, вообще непонятно. Вообще, ребят, непонятно. Так что смотрим. 45, 46, да? Ну, сейчас можно даже уже смотреть, если что-то там поменялось. Так, клеверная 46. 13,2, 15,1, 15,5, 14. По-моему, пока сейчас меньше. Пока меньше. Давай сейчас еще дособираем. Давай, ладно, все, я сейчас 47. Сейчас за кадром быстро 50-й левел будет.
Я тебе покажу вот это все, а потом будем уже встречусь. Опять же, встречусь возле открывания, наверное, куча цветочков. Или нет? Ну ладно, что-нибудь придумаю. Ну, как ты и понял, недолго я на самом деле побегал. Я насобирал 5000 как раз и сделал 50-го левела пета. Но я, кстати, даже не смотрел. Так, смотрим, клеверный. Клеверный даже меньше дает. Подожди, я не понял. А, нет, это просто старый глюк. 14, это обычный, да? 15,5, 14,14. 15,9, 14,4 и 14. То есть на цветочки это никак не влияет. То есть мне что клеверный, что не клеверный, по барабану, ребят. Это, ну, как-то пофигу. Это понятно, что такое по барабану, да? Я не помню, кстати, подскажи, пожалуйста, откуда вот этих двух петов бралось у меня? Они мне вообще нафиг не нужны? Что мне с ними делать? Я этих еще оставил, потому что это все-таки выбивается с этого, с реберта, да? Ну, а вот этих трех я прямо, наверное, удалю, мне они точно не нужны. Ну, не вижу я в них смысла, цветочек пока оставлю, потому что это все-таки эксклюзивный, прям вот он красивый. Но он и красивый, и эксклюзивный, и все прочее, короче, как-то так. Все, встреча с тобой буквально через секундочку, когда будем делать эволюцию 2, либо эволюцию мамы. А может быть и то, фиг его знает, сколько там чего она вытаскивает, а? И, в общем, ребят, давайте подведу итог. Итог это пипец. Еще на самом-то деле не выбил ничего. Но у нас осталась одна матка синяя. Мамка синяя наша осталась, и одна мамка осталась красная. И мы сделаем первую эволюцию. Но также осталось, по-моему, то ли две, то ли одна синенькая пчелка маленькая. Это пипец. Реально такая финишная прямая. Мне кажется, мы и то сделаем сегодня. Слушай, смотри, у меня 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Подожди, 11, 12, 13. Две штуки все-таки синеньких пчелок нужно, и это пипец как мало на самом-то деле. И плюс еще у нас красных на самом-то деле много. Нам нужно 5 красных всего, чтобы сделать опять эволюцию вторую, да? И сколько желтых? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И 5 желтых. Это ты прикинь. На самом-то деле все идет параллельно. Единственное, что только мне мама желтая еще ни разу не упала. Ты прикинь, ни разу не упала желтая мама. Это какой-то такой прям жесткий троллинг в этой игре. То есть, может быть, ее вообще не существует. Может быть, у нее какой-то шанс другой, а не 5 и 6. Но она мне еще за всю игру ни разу не упала. С учетом того, что я уже много подкрывал сундучков. Ты помнишь, 4 осталось желтеньких. И одна синенькая пчелка. И я сделаю эволюцию. Но, я так подумал, у меня, получается, не нужно будет покупать слот. Вообще не понадобится. Пока мне, в принципе, хватает вот такое количество слотов. Конечно, хотелось бы новый слот купить, но вот я бы его купил, если бы у меня сейчас не выпала намного раньше мама. И ну, долго было бы еще, получается... Для вот этих маленьких эволюций. Почему? Потому что у меня, видишь, сейчас тут две пчелки. Я когда сейчас сделаю синюю эволюцию, у меня получается одна пчелка исчезнет, и я сюда могу кинуть маму. Плюс еще у меня скоро красная сделается, и опять же сюда могу кинуть вторую маму. Это круто на самом-то деле. Вот. Но еще, кстати, нужно сравнить, какая круче. Третья эволюция, вторая эволюция у маленькой, либо первая у мамы. И вообще у первой мамы сколько там будет? Это я не знаю, я хочу. Кстати, у меня 3500. Так, надо быстренько пооткрывать. Как это? Блин, тут с этим мышкой это пипец. Ужас какой-то. Кстати, очень классное появление. Реально, я вот посмотрю, а мне нравится вот как вот открывается. Так, две желтых подряд. Мне, по-моему, осталось-то одна или две желтые. Красная. Господи, вообще не то падаете, ребят. Не те пчелки. Ничего мне пока не хватает. Ладно, еще быстренько пособираем. Остается нам вот самая такая прям малость, какая только возможно. Какая только возможно. Осталось на самом-то деле там реально по две, по одной пчелке. Ну, у красной там 4, да, осталось. Ну, прикольно. И самое главное, красная мама одна штука. И синяя мама одна штука. Это прикинь, какая такой тут шанс везения. Это, я считаю, это одно из везений. То есть мы сразу улучшим все. Я не знаю, как это обозвать, но так оно и выглядит. Но это круто. Мне это нравится. Какой-то такой ровненький шансик.
То есть играть приятно. Нет такого, что у меня везет, например, на синих или везет на красных. Ладно, мы насобирали с тобой 2000. Так, 3. Надо 3 собрать. 3 сейчас будет. Да, вот все, 3000. Так, давай, открываем. Open. 3 раза. Все, мы можем синюю делать и вторую эволюцию. Но у нас еще 2 есть. 2 открывашки. А, желтенькую. И... Давай, маму, маму, пожалуйста. Блин, господи, ладно. Маму я тоже опять за кадром сделаю, но с тобой я сейчас... Смотри, что сделаю. Я сейчас быстренько добегу. Эволюционирую, получается, сделаю эволюцию у синей. Блин, мне нужно сначала, смотри. Мне какая штука, ну, понадобится. Вот это сначала надо поделать. Эволюцию. Теперь еще одну эволюцию. Так, так, так. Эволюция. И еще одна эволюция. Смотри. А, заглючил просто, заглючил. Ой, не работает. Так, подожди, подожди, подожди. Подожди. Вот так вот. Блин, даже на одну больше. Я что-то лоханулся, на одну больше. Пересчитался. Ребят, соряноч. Давай, делаем. Эволюция питомца. Вторая эволюция. Вторая эволюция. Она, кстати, сейчас опять... Блин, нет, не сюда вообще. Выходим отсюда. Смотрим, заходим. И что у нас с петами? Глючит игра. Я думал, это у меня во время рендеринга глючил. Смотри, уже сразу 8,4. 8,4 сразу. То есть она сразу уже просто на первом левеле круче. 11 левелов. Круче, чем этот, как его там, чем моя мама. Любая мама. Чем мама топовая, 50-я, ты понимаешь, да? Что это не просто мама. Так, ладно, пока это собираем. Кстати, я, наверное, давай в этой локе пособирать. Тут и музыка другая немножко, тебя так это переманить. А плюс еще я тут побыстрее побольше насобираю, потому что этих тут как бы цветочков побольше. Особенно вот тут сейчас такой большой кружина был, я помню. И как бы тут реально побыстрее собирать. Может быть, в как... Нет, нет, все... не быстрее. Надо все-таки идти назад. Не быстрее. Пойдем. Кстати, мне кто-то что-то объяснял. Я говорил по поводу... сравнивал эту игру все-таки с фермой. И я говорил про ферму. То, что у фермы есть на каждом поле свои иксы. То есть, например, это поле дает больше по сбору. Но мне что-то как-то поправили. Тут же зато есть газонокосилки, как мне объяснили. И они дают нам иксы эти увеличенные. То есть сбор, улучшенный сбор с поля. Я это тоже понимаю, но в той же самой ферме там тоже были, блин, газонокосилки. И также были все. Ну, просто там были разные поля. Также эти разные поля есть и в симуляторе пчеловода. Просто это было бы механика поприятнее. Эта механика уже выработанная и классная. Я бы так бы сделал бы. Ну, честно, такая... И эта игра неплохая. Но знаешь что? Вот я что в этой игре заметил. В эту игру можно что-то запихнуть свое из головы. Ну, то есть, я бы это сделал. То есть, вот, про это, например, не скажешь в симуляторе пчеловода. В симуляторе пчеловода все клево. Вот все клево в симуляторе пчеловода. Первый раз! Бамблби! Вот это круто. Хорошо, что я начал записывать. Я рад. Первый раз, первая мамка выпала. Первая. Это, прикинь, первая просто. Я топ-пчела. В этой игре я просто топ-пчела. Я не хочу в этой игре там собирать каких-то VIP, каких-то там роботов лазерных. Не, мне не интересно. Мне хочется быть тут пчеловодом. Не знаю почему, но мне это прям сейчас по кайфу. Я хочу прям получать вот именно в одном вот этом секторе, получать вот именно вот этих пчелок. Не знаю, конечно, мы сделаем с собой реберт, перерождение, кто мне там выпадет, интересно. Но нам нужна еще одна мама. Все. Я уже понял, я за кадром, получается, сейчас буду копить... ну, маму копить, и вот этот 50-й левел будет, я тоже включусь. Или на маму накоплю, включусь, расскажу тебе вот про вот эту вот пчелку синюю. А ты помнишь, там casual было, а это обычная, это не casual. Ну, ладно, короче, пофигу. В общем, выбил я все-таки наконец-то вот эту себе пчелочку синюю. Ну ладно, давай еще пооткрываем тебе, и я тебе сейчас... Ты просто офигеешь! Я не знаю, как тебе это сказать, но знаешь, сколько добывает цветочков вот эта вот маленькая пчелка? Ты сейчас офигеешь.
Ты сейчас просто офигеешь. 28 цветочков. Тем это просто, это жесть. Реально, я как увидел, офигел. Это в два раза больше, чем обычная первая эволюция. Так, мы бежим с тобой делать мам. Маму эволюционировать, и это круто. Это круто, я очень это хочу. Я очень хочу качнуть до 50 левела маму. И посмотрим, кстати, сколько мама получит сразу за один цветочек. Получается, сколько она возьмет левелов. Вот это мне сейчас интересно, потому что мы, получается, сейчас с тобой сделали офигеть что. Так, но единственное, подожди. А мы отсюда, кстати, цел не телепортируемся. Это ты заметил? Блин, а что не открывается-то? Эй! Фух, фух, открывается. Давай, все. Первого левела ставим себе. Поставили. И у нас, смотри, теперь какой багаж. Кстати, я, походу, лоханулся. У меня было 6 из 7 петов, прикинь. Ой, я собирал 6 из 7 петов. Смотри, какая. Смотри, какая большая, прибольшая наша это. Так, мы очень быстро бегаем. Давай теперь просто соберем один цветочек. Один цветочек. Собрали и 13 левелов получаем. Это круто, это реально круто. Так, все, быстро ее апаем до очень-очень большой суммы. И будем смотреть, точнее, до 50 левела, 29 уже, 29. Я всего лишь цветочков-то собрал, фигня. До 29 быстро, ой, до 50 быстро собираем. И смотрим, сколько цветочков она дает. Вот. Фух, меня тут еще и сынок сбивает, это жесть. Не игра, а топ, просто топ. Мне очень нравится. Кстати, вот этот круг мне вот нравился. Так, ладно, не бежать туда. Быстро. И, кстати, так и не... Зашел, вот я уже как захожу, я, знаешь, как к себе в... локация с пчелами, как к себе домой хожу. То есть во все остальные локации я даже не захожу. Апую вот тут вот 60, вот какой-то там 3-62 левел, да, и иду сразу к пчелам. Ты прикинь? Даже настолько прям вот оборзевший к игре, то что мне кроме одной локи даже ничего интересного нету. Ну и, конечно, еще реберта. Реберта тоже немножко прикольно, но это чуть-чуть попозже. Немножко попозже к этому вернемся еще. Перерождалок. Наверное, ты сейчас начнешь. А я, знаете, что мне прям нравится? Я только начал в эту игру донатить. И, ну, до этого столько роликов было без доната. Только предыдущий ролик, первый донат. И вот сейчас второй донат, второй ролик с донатом. Вот. И фишка в том, и просто, блин, реально. Был чат открыт, ну, и понятно, на примере, да? И был чат открыт, и там просто, там парни, ой, тихо, назад. И там парни просто так написывают: я там, блин, сделал 6 репертов без доната, а ты, ну, бас, с донатом. Я такой, блин, все, начинаю сдаваться, по ходу дела. Скоро будет приписывать, кто ты вообще без донатов. Наверное, как-то так. Но на самом-то деле, можно. Если у тебя всего 4 пета, то можно. Я просто рассчитывал то, что у меня очень много будет петов в будущем, очень много пчелок. И из-за этого очень тяжело это все делать. Очень все тяжело. У тебя, например, сейчас вот у меня 7 петов, да? 7 петов, а всего, например, 30 слотов. Это 7 петов только занимает. У тебя получается 20... Сколько слотов, да? Ты, получается, вот этих петов ты 100% выкидываешь. И ангела выкидываешь 100%. И цветочек выкидываешь 100%. Потому что у тебя нету места. У тебя нету места тупо их собирать. Вторую эволюцию ты вообще можешь о ней забыть. Просто. Ну, если ты только захотел, вот собираешь, прикинь, то только вдумайся. Только синих пчелок. Это, господи, ты желтых выкидываешь, красных выкидываешь. Это мега тяжело. Потому что непонятно, какая тебе пчелка выпадет. Так, смотри, у нас 50 левел у мамы уже. У мамы 50 левел. Мне просто интересно, сколько она дает. Она дает 36! Ты только посмотри, 36. Круче! Намного круче, чем вторая эволюция! Уху, это очень много. Это реально, это очень много. Кстати, знаешь, что непонятно, 50 левел, смотри, 57, а вот на этом было 14, на 50 левел. А, нет, вот один. 67, короче, это я понял. Это мы собрали немножко больше опыта с предыдущего левела. Нам просто нужно загрузить игру, и будет там один опыт, все. Это глюки, лаги и прочее.
Так что, блин, реально, вот так вот. Так, ладно, давай сделаем перерождение. Я доволен, ты только глянь, у нас мега сбор. 11 тысяч, давай, подожди, сейчас я еще пчелок накуплю, может, еще и красная у нас будет. Такая, ну, потому что, мало ли, красная еще выпадет. Я просто пока собирал, а видишь, 11 тысяч собрал. Офигеть просто. И мне просто еще интересно, а есть ли третья эволюция? Все, мне реально так цепануло. Я пока в думках. Красную я могу делать вторую эволюцию 100%. Синие мне пока нафиг не нужны. Хотя нужны, наверное, чтобы сделать третью эволюцию. Прикинь, третья эволюция. Это же сколько вообще надо слотов? Если третья эволюция вообще реальная тут, а если она вообще существует, то прикинь. Ой, как же много тут слотов нужно. Ну, наверное, вот этих, кстати, хватит. 80 слотов для третьей эволюции. Но я... О! Ты только глянь, мы еще сделаем сейчас вторую маму. Это круто. Это очень круто. Вторую маму, вторую эволюцию. Это круто. Третью... Нет, вторую эволюцию. Две вторых эволюции мы сделаем. И маму. И вторую маму. Это круто. Это... я не знаю даже, сколько у меня эмоций. Так, слушай, что нам нужно делать? Нам нужно сделать маму. Ой, приблизил что-то слишком. Так, все, маму вторую сделали. И делаем вот этих. Так, делаем вот этих. Делаем опять вот этих. Что-то даже чересчур, по-моему, переборщил. У меня их мега много. Я их давно мог сделать даже. Да-да-да-да. На одну больше, прикинь. Вторая эволюция есть. Красная теперь надо. Вот так вот. Сейчас. Вот. Все, у меня красная на одну больше даже. Блин, а реально я скоро смогу сделать уже какую-то там крутую эволюцию. Смотри. Ты только глянь. Пета открывается. Опять какой-то глюк. Ай, глюк какой. Смотри, у меня все две пчелки осталось. Ай! Все. Не работает, блин. Итак, я перезапустил. У меня вот такие две пчелки. Теперь нам наша цель собрать весь наш инвентарь. Точнее, собрать всех наших пчелок. Я забыл, кто у нас. Этого берем. Этого берем. Зачем взялся? Взялся. Вот этого самое главное. Вот этого теперь еще берем. Вот это, кстати, хорошо, что мы еще по одной сделали. Я мог еще синюю одну сделать. Подожди, у меня 6 из 7. Я кого-то не взял. Мне кажется, у меня еще красная была, но, по-моему, нету. Ладно. У меня 6. У меня 6 пчелок. Давай сейчас, кстати, возьмем один цветочек. Посмотрим, сколько дает. 6 даже пчелок. 12-й левел, ладно, не 13-й, надо было 7-ю еще одну пчелку. Ладно, тупанул, но я поставлю синюю потом, ребят. Мне сейчас главное за финальть уже ролик, а то он слишком перетянутый получается. Я мега счастлив в этой игре, и мне очень прикалывает это обновление. Так, давай, покупаем до конца. У меня даже деньги не кончаются, господи. Столько играл, столько сделал, столько... Блин, я собрал ферму! Я не специально, ребят, не специально, случайно мимо нее пробежал. Ладно. Пофигу. Так, что нам выпадает? Вот, смотри. Курсы, да. Курсы, это один из... тоже 6,9%. Вот это вот курсы. Все, мы хотели проверить, хотели посмотреть. Так, у меня два зеленых уже есть. Но я не хочу их эволюционировать. Ну, они фигня. Подожди. Что он там дает? Он там фигню дает какую-то. Хотя, он так же дает, как и мама. Мама же тоже первого левела не так и дает мало. Не знаю. Опять вот такая мутная фигня. Я все-таки хочу ангела сделать. Ладно, пока они мне не мешают, пока у меня есть место, пускай просто будут. Пускай будут, и все. Но у меня самое главное, смотри, сколько пчелок. Смотри, сколько у меня пчел. И все какие эволюционированные. Прикольно. Вот с левелом это молодцы. Я тоже это, кстати, говорил, почему нету левела. Почему не сделали левел? Не знаю. Это прям, конечно же, не понравилось мне. Так, я что-то хотел кого-то улучшить. Вот этого.
эволюционирует, чтобы это как была как седьмая пчелка. И она, в принципе, нам дает так неплохо, на самом деле. Вот эта одна штучка, вот даже вот первая эволюция у маленькой неплохо дает. Она дает 14, если не ошибаюсь. Сейчас вот с такой штукой вот бегать, это пипец. Кстати, видал, я спокойно ее одел, это нормально, это хорошо. Блин. А, ну мы сразу уже можем много покупать, да? 144 тысячи. Сразу. Дофига спиды. Вот это, вот этим баг и нужен на самом деле. То, что вот это увеличение рюкзака, чтобы он не мешал. А то бы сейчас, ну, заколебались. Вот с такой оравой пчел я бы... Я бы чокнулся. Я чокнулся, все бы улучшать. Вот эта часть телепортация. А, надо это продать. Продать. Все. Ну ладно, ладно, давай тут уже тебе и за финале. Реально, обнова топ. Обнова классная. Что-то такое Фильди Перс в этой игре сделать я, в принципе, не собирался. Я собирался быть тут пчеловодом, потому что я вообще в игру зашел, залетел второй раз в игру. Это когда добавили сюда пчел. И, в принципе, мне после этого уже игра начала так как-то более-менее нравиться. Вот. Но, в принципе, классно. Все классно. Смотри, как получается. У нас теперь куча петов, как я хотел. Я себе сегодня... Блин, я сегодня потратился, жесть. Я себе добавил и петов. И добавил вот сюда. Кодов, кстати, в игре до сих пор вот только два. Если что, они в описании, если ты не вводил. Один код нам дает, по-моему, вот цветочек вот такой. А один код, что нам дает? А ничего не, нам не дает, а второй код. Не, что-то дает. А! Второй код нам дает маунта. Я сейчас вспоминаю вот этого твита. Птицу. Если у тебя этих питомцев нету, то, конечно же, заводи. И это, в принципе, круто. Смотри, кстати, сколько дает? 87, подожди. Блин, не по... Вот сейчас, 240. Вот, 40, 40, короче, монеток. 160 цветочков за раз. Ты только глянь, 160 цветочков за раз. Это круто. Ну а с тобой был Клантайка, не забывай подписываться на канал, не забывай ставить лайк, ну и всем, ребят, пока-пока.